Друзья, всем привет! Маленький обзор города. Что сейчас в городе? Знаете, я уже подумала вот так вот и решила то, что надо уже держаться на позитиве и отвергать все вот эти плохие вещи. Сейчас мы с вами идем по улице Декабристов от большевички. Машины тут ездят. Кондиционеры, бывшее здание, бывшая новая типография, новый день, редакция, да, газета, редакция «Новый день», вон здание, на Декабриста 26. Дальше мы с вами идем, почти подходим к частной охранной фирме «Арсенал». Вот она, по левую сторону от нас. Потом рядом с ним учебная книга. Людей тут мало, несмотря на то, что будний день. Машины ездят, как вы можете это видеть. Сейчас мы подходим к перекрестку улиц Декабристов Карла Маркса. Да, и сейчас мы будем поворачивать налево, в сторону центрального рынка. Только по ту сторону. Пойдем. Что? Вон, видите? У нас водитель тут. Улица Советская, парк Укрсимбанк. Стоит очередь в банк. Дальше идем по улице Советской, потому что дальше мы не можем идти, там стоит русская машина. А сейчас мы с вами подходим к городского совета местного. Точнее, к заднему его двору. Вот он. Вон машины ездят русские. Там. О, Игорь Колыхаев ходит на территории сейчас. В общем, как-то вот так вот. Дальше продолжать съемку я не могу. Всем спасибо большое. Удачного всем дня.